красиво. Нет, в принципе, ты прав. Конечно, в принципе. Но по существу ты глубоко ошибаешься. Ты послушай меня, что я тебе скажу. Все идет и к тому, что всюду все будет. Так? Изобилие будет. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, горячий, кровь играет. Я сам бил огонь, сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. Так, я иду по улице. Представь себе, ты идешь по улице, встречаешь меня. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклад, через директор магазин, через товаровед достал дефицит. Слышь, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает вкус. Списфиски. Я тебя уважаю, слышь. Я тебя уважаю. На другой день ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой. Заходи к мне вечером. Зачем? Увидишь. Ты приходишь к мне. Я через завсклад, через директор магазин, через товаровед, через заднее кирилицо достал другой дефицит. Ты попробовал? Язык проглотил, речь лишился. Вкус! Списфиски. Ну? Ты меня уважаешь? Слушай, я тебя уважаю, ты меня уважаешь, мы с тобой уважаемые люди. В театр просмотр премьер идет. Кто в первом ряду сидит? Кто? Уважаемые люди сидят. Завсклад сидит. Директор магазин сидит. Сзади товаровед сидит. Все городское начальство завсклад любит, ценит, уважает. За что? Завсклад на дефицит сидит. Дефицит – великий двигатель общественных специфических отношений. Представь себе, исчез дефицит. Исчез. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Туфли есть? Есть. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный верх, белый низ есть? Есть. Белый верх, черный низ есть? Есть. 42-й, самый ходовой, нет? Есть. Слушай, никогда не был, сейчас есть. Дамский, лакированный, бордо, с пряжкой, с пуговицей, со шнурок, на платформе, есть. Ты купил, я купил, мы его не любим, он тоже купил, все купили. Такой скучный, бледный, зеваем. Завсклад идет, мы его не замечаем. Директор магазин, мы на него пилим. Товаровед, обувной отдел, как простой инженер. Слушай, это хорошо? Это противно. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает. Слушай, по-моему, я прав. Честное слово.